Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%. Терамобил на Янаульской 1А. 29 января Управление жилищного хозяйства приводило в порядок 12 дворов по улицам Победы, Строителей, Дзержинского и Ленина. На вторник запланировано объем работ увеличить. В график попали 14 придомовых территорий. 30 января коммунальная служба просит освободить от транспорта парковки по следующим адресам. Улица Ленина, дома 50, 52, 52Б, 52Г и 54. Проспект Комсомольский, 14 и 14А. Улица Нефтяников, 11, 11А и 11Б. Улица Энергетиков, дома 3, 5 и 7. А также Березовское шоссе, 2А. В среду от снега будут очищать дворы по проспектам Комсомольский, 30 и Юбилейный от 13 до 15 дома, включая все литеры. Также технику стоит ждать на улице Ленина, 24, 24А и Дзержинского, 10, 10А и 12. Во всех вышеназванных дворах расширят проезжую часть, очистят парковочные места и уберут снежные завалы. Внимание! Возможно внесение изменений в связи с погодными условиями.